Добро пожаловать в страну чудес. Вау, блин, тут держать камеру одной рукой очень-очень стрёмно. Легкие пути ищут только слабаки. Golden Gate Bridge. Курва старая и железопадная. Добро пожаловать в страну чудес. Вылетаем из Сан-Диего в Сан-Франциско. Решили полететь на самолете, потому что автобусом ехать 11 часов, а на самолете 1.5 часа. Красивым самолетиком мы полетим. Это Airbus 320, джойстик есть. Михаил уже сидит, играет. Маленький ребенок. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. Приехали мы в Сан-Франциско. Первое, что мы решили сделать, это прокатиться на канатном трамвае. Очень интересный его принцип работы. Между рельсов видно вот разъем. И под этим разъемом идет стальной трос длиной несколько километров. Он, получается, этот трос постоянно двигается с одной скоростью, где-то 15 км в час. Смотрите сейчас, как очень интересно разворачивает трамвай. Это конечная станция. Его руками вот так тянут, на такой платформе вращается. Трос постоянно вращается все время. В трамвае есть специальный зацеп. Трамвай, когда вот этот зацеп опускает, то и приводит его в движение. А если надо где-то остановиться на остановке, водитель этот зацеп просто отпускает и на тормозах уже специальных останавливается трамвай. И в этот трамвай мы уже должны попасть. Все, мы уже поехали на этом трамвае. У меня получилось встать на него, на такой вот платформе. Катаемся по Сан-Франциско на канатном трамвае. Постоянная работа рычагами. Мы сейчас проходим около пекарни. Тут такой запах стоит приятный. И смотрите, крокодил. Испекли такого крокодила огромного. Всем известный Алькатрас, тюрьма. Мы на нее обязательно поплывем, я уже более подробно расскажу там про нее. Арка очень красивая. Тут, скорее всего, корабли на воду спускали. Ух ты, сколько фруктов. Как же фруктиков-то захотелось свеженьких. Какая огромная вся черешня. Обалдеть. Доброе утро, мои дорогие. Идем к аренде велосипедов. Решили снять велосипеды на один день. Поедем покататься по Golden Gate парку, потом поедем на Golden Gate Bridge. Погода сегодня хорошая, солнышко светит. После вчерашней грозы сегодня настроение у нас шикарное. Едем кататься на великах. Арендовали мы такие велосипеды классные. Всего за $36 целый день. Узкие шины, очень быстро ездят. Невероятно легкие. Катаемся на великах, очень устали. Сан-Франциско весь холмистый. Сейчас поедем вот с такой горочки. Очень-очень приличного наклона. Поехали. Вау, блин, тут держать камеру одной рукой очень-очень стрёмно. Машина выезжает. Я еле затормозил. Сегодня мы даже не планировали посмотреть Ломбард-стрит, просто катались на велике Golden Gate и хотели подъехать. И вот случайно на нее попали. Сейчас попробуем прокатиться по ней. Я честно не знаю, на для автомобилей можно ли там на великах ездить, не знаю. Но можно попробовать проехать. Мужик на пикапе пробует тут проехать. Пока это не особо получается. Слишком узкие улочки. На эту улицу, скорее всего, въезжать на великах нельзя. Но мы попробуем это сделать. Она потому что в одном направлении только. Мы сделаем по-хитрому. На велосипедах попробуем туда со ступеньками подняться. А уже съехать с великами. Сейчас я велосипед возьму в одну руку. И пойдем наверх. Нормальные мы такие пробеги делаем. Без воды. Мы не ищем легких путей. Легкие пути ищут только слабаки. Видочек открывается. Обалденный с Ломбард-стрит. Ну что, Ломбард? Готова встретить нас спуском? Все, сейчас мы поехали на велосипедах вниз. Канатный трамвайчик проезжает, на котором мы уже катались. Внутри на нем вообще бесполезно кататься. А вот снаружи, как я держался за этот поручень, это круто. Капец, сколько, блин, тут здесь китайцев вылезло. Ну что, Ломбард, поехали. Капец, тормозить, конечно, трудно очень. И снимать, ребята, одной рукой трудно. Очень трудно. Тарарарам, пам-пам, Ломбард-стрит, Сан-Франциско.
Много тут, конечно, зигзагов таких. Очень много зигзагов. Мы это сделали. Уху. Знаете, что самое приятное? Это после такой велопрогулочки попить воды. Я сейчас пью воду, а Михаил мне сказал, что сзади меня это шоколадная фабрика Гирардели. Очень известный шоколад Сан-Франциско. Сейчас мы въедем на пирс. С этого пирса уже открывается вид на Golden Gate Bridge. Yes! На велосипеде приехали мы на пирс. Шоколадная фабрика Гирардели. Хорошее очень месторасположение. Заливчик красивый. Мы обязательно подъедем к мосту. Обязательно по нему проедем. Впереди, возможно, видите здание высокое, конусовидное. Так вот, оно сейчас самое высокое здание в Сан-Франциско. Курва старая и железопадная. Последствия моей поездки на велосипеде не очень хорошие. Я разбил кейс для GoPro. Хорошо, что я саму камеру не разбил. Разбил себе локоть. Приличненько так болит. Палец разбил. Ну, еще немножко там бок потер. Крепление, блин, сломалось. Дорога на Golden Gate Bridge очень классная, особенно на велосипеде. Проезжаем по такому парку. Асфальтированная дорожка. Жалко, что немножко разбился. Локти пекут. Сейчас остановились с Михалом на пляже у моста. Мы уже все ближе и ближе к нему подъезжаем. Решили перекусить. Люди с собаками сюда приходят. Видите, маленький бассейн такой для собак. Этот мост являлся с 1937 года по 1964 год самым большим мостом. Высота его 230 метров, длина 1970 метров, масса 894 тысячи тонн. Он весит почти миллион тонн. Очень красивый вид, когда облака проплывают над подпорой. Поехали. Весь мост огорожен такой сеткой. Наверное, догадываетесь, почему. Одно из самых известных мест для самоубийц. Каждые две недели по статистике один человек прощается с жизнью. А, тут уже нету сетки. Ничего себе. Мне очень трудно тут снимать, потому что очень много людей и на велосипедах ездят. Одна из подпор высоченных. Ничего уже не видно. Все накрыло туманом. Очень сильно впечатляет этот мост своими масштабами в первую очередь. Написано Keep Right, а значит это вообще не Keep Right дело. Keep Left дело. Остановились мы сейчас на мосту. Очень сильный ветер и шум от машин. И сложно что-то вам рассказать, потому что не знаю, будете ли вы это слышать. Высота огромнейшая. Очень высоко. Очень классно посмотреть так вверх. Оп. А там просто облака накрывают мост.